Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Вот буквально час назад мне пришло письмо от Алены. Доброго времени суток. Моей собаке три года или три месяца? Ну, думаю, 3 года. Это чау-чау, и агрессии не было. Команда выполняет хорошо. Воспитанная, приученная командам, свой-чужой. Встречаюсь с парнем около года, и мой пес стал вести себя немного неадекватно. Так, парень или пес? Ну, понятно, пес. Шучу. Он может лаять на него или жалобно скулить, прячась за мной, бегать за ним, не кусая, но с агрессией. Или мило лежать в его ногах. Недавно Купер, это питомец, будучи в наморднике, начал биться об ногу парня, и не просто, а с разбега разгоняясь и безжалостно влетая в нее снова и снова. Когда парень упал, собака продолжала атаку, ни одна команда с моей стороны не была услышана, и это было впервые. Купер научен не дергаться на кошку, машину, пока не скажешь, и беспрекословно ее слушался до этого дня. В смысле, пока не скажешь? Ален, а разве вы притравливали на машин? То есть, если вы скажете, он мог броситься на кошку, что ли? Этого тоже делать нельзя. Так, мы не можем понять, в чем дело. Парень не претендовал на место вожака, не выявлял агрессии. Поначалу все было хорошо, но этот месяц был тяжелым. Я ужасно переживаю за собаку. Алена, 3 года. Собаки – это возраст половозрелого самца, то есть причина здесь элементарная – это агрессия. Вопрос у меня к вам такой, как вы ведете? Вот я сразу же хочу сказать всем, я уже неоднократно повторял, мне бы посмотреть бы на реакцию собаки, то есть мне нужно оценить именно поведение, невербальное общение собачки, невербальное общение, то есть это язык жестикуляции, как он ставит холку. Вы подробно, конечно, описали ситуацию, но лучше всего, конечно, если вы пришлете видео. Но так навскидку я вам скажу, что сейчас он пытается доминировать. То есть ваш парень не проявлял к нему агрессию, не пытался место вожака занять. Но если собака находится в вашей семье и вы откровенно доверяете своему молодому человеку, то он в любом случае должен быть на одну хотя бы ступеньку выше, чем собака. Вы должны быть вожаком. Сейчас у него произошел период полового созревания, то есть он достаточно стал взрослым, пытается доминировать. Вы, судя по всему, ну, как бы не то чтобы поважаете, но спускаете ему это с рук. Я вам скажу так, вам как только он чуть-чуть начинает проявлять агрессию, а это видно сразу же по поведению, не надо дожидаться момента, когда собака уже идет в атаку, как вы мне сейчас описали здесь в своей письме. Вот поставил ушки, поставил холку, только собирается идти, вы должны ее тут же отвлечь. Если собака продолжает агрессивно себя вести, проведите немедленно обряд подчинения. Если вы отложите это на потом, собака поймет, что вы сдались, и она в этот момент продоминировала. Поэтому я вам рекомендую спровоцировать эту ситуацию. То есть он же не просто так нападает, а видно, что-то происходит. Или там вот он только зашел домой, или значит вы там сели обниматься начали, или вот вы ушли, например, парень остался один. Оденьте намордник на собаку, спровоцируйте ситуацию. Намордник для чего нужно одеть? Для того, чтобы просто, ну, собака в порыве агрессии может просто вас сделать бросок. И для того, чтобы предотвратить вот этот бросок, укус ваш, вам нужно провести обряд подчинения. Ссылочку я вам покажу вот здесь вот, если вы смотрите на стационарном компьютере, а не на приложении Android. Вы увидите эту ссылку. Пожалуйста, проведите обряд подчинения. То есть любой вид агрессии должен пресекаться моментально. Не надо откладывать ни на 5 минут, ни на 10 минут. Можно? Ни на 5 минут, ни на 10 минут. А прям вот моментально вы должны пресекать эту агрессию. Алена, удачи вам. И собака, прежде чем сделать, совершить бросок какой-то, она обязательно предупреждает.
То есть я вам еще раз повторю вот эти вот моменты. То есть ушки поставила собачка, все, она уже внимание туда, куда она поставила уши. Если подниматься начала холка, это уже второй этап. Но если хвост пистолетом, то сейчас произойдет бросок. Не надо дожидаться вот всех трех этих синдромов. Нужно при первом же, как только поставила ушки, сразу отвлечь. Собачка, она имеет сиюминутную возбудимость, понимаете? Если она не думает на 5 минут вперед, на 10 минут вперед, на 2 часа, на 3 часа, она думает то, что происходит сейчас у нее в этот момент времени. Поэтому вы в этот момент времени переключите ее на что-то другое, на игру, и тем самым вы просто предотвратите вот этот вот акт, скажем так, обряда подчинения. То есть агрессия должна, особенно агрессия на человека, я думаю, что агрессия в любом виде, собака в принципе, чау-чау, это ну, достаточно бойцовская порода, такая сильная, агрессивная, вот, поэтому воспитывать агрессию не надо. Вы написали сейчас, что без команды на кошек она не бегает, я думаю, что в принципе вам не надо и на кошек, и на травы бегать. Вот, потому что оно и так, вам гасить надо агрессию. Ну, то есть вот так вот. И как только вы станете вожаком, подтвердите свой статус, а он сейчас просто пытается, ну, кобель всю жизнь будет пытаться стать вожаком. И работа вожака — это не 15 минут в день, когда вы выходите на прогулку, а 24 часа в сутки. Это должно выражаться, как вы даете еду. Это должно выражаться, как вы вот гладите даже собаку. Она решила от вас убежать, и вы отпустили. Нет, вы должны отпустить собаку, и только после этого она должна идти. Собаку, когда вы кормите, она должна сделать прямой взгляд вам в глаза. То есть без прямого взгляда в глаза не давайте еду собаке. То есть она должна вот этим прямым взглядом у вас попросить. Ну, вот такие вот моменты. Удачи вам, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Алена, удачи вам. Спасибо.